Андрію, ви здивувалися, коли вам запропонували озвучити, власне, самого Стіва Джобса? Тому що за вами не було помічено акторства взагалі ніколи. Це правда. А їм нужен був іскренний. А я не играю, это не игрушки. Я, кстати, удивляюсь, почему меня не приглашают на другие фильмы. Я бы сыграл бы, особенно «Мерзавцы» у меня выходят очень хорошо. Актеры замечательно, они, конечно, сделают лучше, но они немного похожи друг на друга. А иногда это как у женщины, у нее должна быть, ну, то, что называется изюминка, и в моем случае придурковатость, и люди будут реагировать. Сьогодні на прем'єру ви прийшли у досить таки оригінальному вбранні, це такі походні штани. Сучасний бізнесмен має виглядати ось так, без кроватки, без сорочки, у походних штанях з карманами, аби влізало побільше чого грошей. Да, влізає льотна карта, я, як читати, зараз займаюся. Що бізнесмени ховають у цих кишенях? Бізнесмени вони не ховають, а ховаються від органів. Я взагалі терпіти не можу от этот стиль, понимаете, часики за 150 тисяч доларів. Катя, давайте серйозно. Страна, которая богатеет, если ты богатый, ты этим должен гордиться. Если в стране все беднеют, а ты богатеешь, ты должен этого стесняться, говорю Конфуций, не я. Ви можете війти в історію України як людина, що багато говорила, що полетить у космос, і так і не полетіла. Тричі, навіть 4 роки поспіль ми з вами розмовляємо про те, що ви ось-ось збираєтеся наступного місяця летіти до космосу. Не терпиться мене відправити, або ти хочеш, щоб я вернувся вже героєм? Да? Ви можете війти в історію як людина, що летіла в космос и так и не долетела. На прошлой неделе состоялся так называемый горячий запуск двигателя. Чем ближе к этому моменту, чем, кстати, сильнее и чаще бьется мое сердце, я реально переживаю, я запасаюсь памперсами. Да, вот, и мне не страшно об этом говорить. Вот, я думаю, что в следующем году начнутся полеты. Понимаете, люди ждут выхода новой модели одежды, новой машины. Это выходит с регулярностью практически, там, демисезонной регулярностью, скажем так. А все, кто занимается авиацией, знают, что объявили о создании самолета в этом году. Дай бог, через 10 лет будет. Все об этом знают. И очереди в авиации. Поэтому 10, 15, 20 лет. Я стою на один из самолетов, я уже 7 лет подписан. Я уже, как вы говорили, уже продал свою долю. Потом я ее купил опять, потому что я верю. И в космос, я думаю, мы полетим. Я отношусь к этому очень серьезно. Это для меня шаг, я бы сказал, метафизический, прорывной. Я хочу посмотреть на всех, на вас и на вас в том числе сверху.